Линии магнитной индукции однородного магнитного поля образуют угол 30 градусов с вертикалью. Модуль магнитной индукции равен 0,2 Тесла. Какой магнитный поток пронизывает горизонтальное проволочное кольцо радиусом 10 см? Для начала запишем дано. Угол альфа равен 30 градусов. B равно 0,2 Тесла. Радиус кольца R равен 10 см. Переведем C в метры. Это 0,1 метра. Найти магнитный поток. F неизвестен. Напишем формулы площади кольца. S окружности равняется πr квадрат. Также напишем формулу магнитного потока. Магнитный поток равен bs умножить на косинус угла альфа, где угол альфа – это вектор между нормалью, проведенной плоскостью, и вектором b. Эти формулы необходимо знать. Воспользуемся формулой магнитного потока. Тогда магнитный поток будет равняться bs на косинус угла альфа. Воспользуемся формулой площади. Площадь окружности равна πr квадрат. Подставим нашу площадь в выражение для магнитного потока. Тогда отсюда у нас получается, что магнитный поток будет равен b умножить на площадь. Это πr квадрат. И все это умножить на косинус угла альфа. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда у нас получается, что магнитный поток F равен b. Посчитав, получаем 5,4 на 10 минус 3 вебер. Переведем в милливебер. Тогда у нас получается, что магнитный поток равен 5,4 милливебер. Запишем ответ. Магнитный поток равен 5,4 милливебер. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.